Экспертиза ДНК показала отца сына Фриски. Это вовсе не Шепели. Все более странные повороты обнаруживаются в истории с семьей покойной Жанны Фриски. Сейчас, как известно, решается вопрос о ее наследстве. Родители певицы добиваются от Дмитрия Шепелева права постоянно видеться с внуком. А сегодня, по данным super.ru, некий Радик Гущин, 32 лет от роду и адвокат по профессии, подготовил иск в суд, требуя признать себя отцом сына Жанны Платона. СМИ сообщили о заявлении в суд адвоката Радика Гущина, который утверждает, что Жанна родила мальчика от него. Журналисты утверждают, что Гущин является другом отца певицы Владимира Фриски. И ссылается на слова Гущина, якобы в 2012-м у него был роман с Жанной Фриски. Фриски рассказала ему, что беременна. Отцовство, однако, оформили на Шепелева. Сообщается, что нежданный отец Платона теперь говорит, согласия Жанны на это не было. У адвоката Гущина есть свой адвокат, Геннадий Рощевский. Он объяснил, что Гущин теперь женатый человек, но готов отвечать за Платона в случае, если отцовство будет признано. Для этого понадобится экспертиза ДНК.